Коробка для младенцев. Пока одни родители делают все, чтобы обеспечить своим чадам счастливое детство, другие готовы пойти на преступление, лишь бы избавиться от своего ребенка. С 1 июня в Набережных Челнах начинает работу проект, который дает возможность отказаться от появившегося на свет нежеланного малыша. Родителям он гарантирует анонимность, а ребенку – безопасность. Для этого в блоке Б перинатального центра появится так называемый «бэби-бокс». Предстоящее событие стало темой пресс-конференции, которую сегодня провели в фонде Тимура Исламова. По закону, если женщина оставила ребенка в общественном месте, ее могут привлечь по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Для того, чтобы мама не причинила вреда младенцу в страхе перед возможным наказанием, и создаются специальные помещения, где можно оставить ненужного малыша. Женщина, если уже зажата в угол, то есть у нее безвыходная ситуация, любимый бросил дома, не понимает, у нее есть всегда выход, то есть принести ребенка. Это укромное место, непроходимое. Видеокамеры не будут стоять. Будет видеокамера стоять только в самом боксе, чтобы, то есть, на пульте видно было то, что ребенок поступил. Бэби-бокс – это специальное окно-контейнер, куда кладут ребенка. Женщине, желающей оставить младенца, необходимо просто открыть окно и поместить его туда. Внутри контейнера всегда поддерживается определенная комфортная для новорожденного среда. Матери дается 30 секунд, чтобы передумать и оставить ребенка себе. После чего дверца закрывается и блокируется, а на пульт дежурной медсестры поступает сигнал. Дальше обязательно медицинский осмотр. И если у малыша отсутствуют какие-либо телесные повреждения, мать разыскиваться не будет. Со стороны медиков это всего лишь предоставление возможностей. И мы хотим просто, чтобы ребенок попал сразу в медицинские условия, чтобы мы занялись его здоровьем. И потом отдали уже в социальные службы относительно здорового ребенка, чтобы его могли установить, удочерить и так далее. К 1 июня бэби-бокс будет вмонтирован в одно из окон блока Б перинатального центра. Сейчас идет подготовка и обустройство этого места. Изготовление самого контейнера обойдется в 200 тысяч рублей. Половина суммы уже собрана. Все желающие внести свою лепту в благое дело могут найти необходимые реквизиты на нашем сайте stv-media.ru. Яна Ушакова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.